Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Вайкуля тут подсдала Пугачеву, сказала, что та разделяет все ее политические взгляды и высказывания. А высказываний у Вайкули было чересчур много. Более того, она сказала, что знает причину молчания Пугачевой, но об этом рассказывать не будет. В отличие от мужа, она говорит, заморского гастролера, внесенного в перечень физлиц, исполняющих функции иностранного агента на территории Российской Федерации с министром РФ Галкина, Пугачева действительно молчит. Молчит она уже довольно длительное время, не высказывается относительно политической ситуации. И получается, что есть причина этого молчания. Вайкуля ее озвучивать не хочет. То есть, если бы этой причины не было, она бы озвучила все то же самое, наверное, что и Вайкуля, раз разделяет ее позицию. Вы знаете, ну, может быть, все-таки причина кроется в том, что она понимает дети, будущее детей, и как бы оно ни сложилось за рубежом, они смогут всегда вернуться в Россию. И в России все-таки осталось огромное количество друзей, в России осталось огромное количество связей, и рвать она их до конца не хочет. Я думаю, что здесь во главе угла все-таки стоят не интересы Родины, интересы страны, не патриотизм, мое мнение, а деньги. Деньги. И я думаю, что вот самое глубокое разочарование людей как раз заключается в том, что в этом случае человек, которого они считали своим, которого считали, что вот он будет в чужие, в сложные периоды вместе с ними, с людьми, с нами, поставил его главу угла, собственно говоря, вот золотого тельца, получается так. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Это безопасность. Безопасность, деньги. То есть, это такие не о людях, не о стране, а о себе и о самых ближних, что называется. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24/7. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.